Пришел. Никто, а что? Новый 2022 год! Уважаемый Иван Юрьевич, дорогая Анна Александровна, уважаемая Екатерина Владимировна, уважаемая Татьяна Юрьевна, дорогая Ирина Михайловна, дорогая Людмила Леонидовна, незаменимая Марина Викторовна, любимые педагоги гимназии номер 14 городского округа Орехово-Зуево, самые лучшие в мире мамы и папы, любимые наши бабушки и дедушки, братишки, сестренки, с Новым годом поздравляем вас! Наш дружный, озорной, веселый 3-й Б-класс. Пусть новогодний этот праздник изменит все сейчас вокруг. И если в нас живет проказник, то пусть послушный станет он. Мы вам желаем Новый год из добра большой сугроб. А второй сугроб со смехом. Ну а третий пусть с успехом. Пусть волшебник Новый год вам здоровье наметет. А напоследок вам совет, подарок от них год и бед. Примите от нас шар мудрости. Возьмите шар оптимизма. Возьмите шар терпения. Возьмите шар веры в каждого из нас. Вы пошире улыбнитесь и добавьте юмора. Принимайте поздравления ежедневно натощак. И будьте счастливы в новом году! Начинаем веселиться, сказка к нам уже пришла. Елка весело сверкает, наступает Новый год. Вы желания исполняетесь, счастье море принесет. Загадай сейчас желание, ты заветное свое, в ночь волшебных добрых сказок, пусть исполнится оно.